Тык, 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 тык. Ничего. Поймали. Малька сколько? Просто немерено его. Ковром лежит. Ну что, мы на месте. Сейчас водички попьем. Кстати, рекомендую в термосах воду возить в такую жару. В данный момент у меня такая фляжка от Арктики. Реально очень удобно. Вода постоянно холодная, даже если фляжка стоит, ну, практически на солнце. Ну, конечно, пытаешься ее спрятать от солнца, но, по сути, она постоянно на солнце. И вода прохладная. Есть. Ставь зеленый. Но пока не крупный. Пока не крупный. Съедобный, но не крупный.
килограммов в нем нету, но... Вообще, когда говорят, там, килошники там у нас, там, они, люди подразумевают порой там каких-то там 600 граммовых, называя килошниками. Килошник это довольно-таки приличная особь. Ну, в каких-то определенных понятиях. Зеленость, так, 217. А, окей. Ты же не взял, да. Так. Поставь вот этот, чтобы пока мне не лезть, время не тратить. Я вот на это ловил сегодня. Вот на него я взял на трешку. Пипец места, да? Зачем, когда он здесь берет? Можно. Там я... Все метки стоят у меня докуда надо, докуда нельзя. Но у меня привычка, если уже поймал, вернулся. Значит, здесь стая. Может быть. Есть. Мне лень лезть, блядь. Достань мне зеленый такой. Ну, мелкий же. На твой будет крупнее. Так, пока мелкий, крупного нету. Блин, вот еще один. Давай сейчас я все-таки залезу, достану зеленый. Или просто я возле коряги прохожу, или работает зеленый 217. Ну, мелкий, этого забрат. Там есть дерево опасное. А мы сейчас вот как сделаем. Сейчас узнаем, дерево это или нет. Тебе забор. На, зеленый снимай. Тот. Отдай мне тот зеленый. Здесь нет перепадов. Перепад с двух сторон. Река узкая. Только дерево может быть. За это. Сейчас еще раз мелочь поймаем, блин, даже не знаю, надо, наверное, дальше проходить, не буду возвращаться. Стая мелочь, наверное. Очередной дрыщ с одного и того же места. Если на джиг встать здесь, на колбасе этих дрыщей можно немерено. Так, ладно, пойдем дальше, не буду возвращаться. Первой точке много мелочи, перебрали сейчас на вторую, сейчас попробуем на второй точке, делаем заход. Так, пока тишина, или здесь его нету, или цвет надо подобрать. Сейчас попробуем приманку заменить, пройдем, если ничего не будет, поедем на следующую точку. Так, мы на третьей точке, вторая точка пока молчит, вообще, ну, ни одной потычки не было. Сейчас попробуем здесь, походим, если не получится, будем возвращаться постепенно в обратную сторону. Так, давай.
Есть. Это вроде хорошее. Да. Давай быстрее, быстрее. Работай, работай, ручку. Давай. По идее, это что-то хорошее. Так, внимание. Так, поводок. Поводок метровый. Так, ну вот первый более-менее. Так, ну что, мы взяли первого более-менее такого, скажем, зачетного Белкастова, где-то в районе полторашки, может быть, не знаю, там кило 700, что-то такое, наверное, полторашка. Вот. Сейчас попробуем еще здесь пройти, взяли на 5 метрах его, ну и дальше уже посмотрим, что будет. Ушел. Нет, сиди. Давай. Ух ты. Чё ж там сидит-то? Пупцом срабатывает. Ну что, нет? Так, до этого у нас тоже был трофейный судак. Это что-то еще крупнее. Или сомик, или очень-очень большой судак. Так, давай на эту сторону, здесь удобнее будет. Оригинальный бандит, только бы не расщепился был, да? Фиолетовый с желтыми такими пятнами. Надо будет пяток взять таких. Я уже, например, там на заметку уже поставился несколько вариантов, которые у меня в единичном, к сожалению, экземпляре. Так, подсак пока подыми. Сом, наверное. Сам, да. Тихо, столкнешь! Столкнешь! Убери подсак! Ну, сомик, а не сом. Тихо, что ты делаешь? Тихо, все, держи вот так вот, просто вот, все, держи. Подсак сломаешь. Все, сиди. Так. Вот такой сумик. Тихо. Подожди. Шит, пока. Так, ничего не получится. Там все запуталось. Что-то давай же... попробуй крючок отцепить. Держи его. Подожди. Сейчас надо, знаешь, что сделать? Вот это вот сюда. Это сюда. Там беда заключается немного в другом. Он, видишь, обмотался. Так самы обматываются. Вот у него плетня идет вокруг, видишь? И вот здесь у него вот она, пила есть. Здесь вот. Так. Ладно, проще, наверное, будет не обрезать и привязаться. Так.
здесь. Это поводок. Ну, все равно. А, поводок? Тихо, все равно его уже на смену. Вот если бы не было поводка, вот он идет вокруг грудного плавника, если вам видно. Вот, и здесь у меня пилки. И так он срезает. Так. Крючки, возможно, тоже под замену. Посмотрим. Зацепился хорошо. Так. Маленький, удаленький гад. Ну да, такой нелегкий он какой-то. До этого клыкастый хороший попался. И сон, все на одну и ту же воблю. Жопа не расщепилась, ура. Не бывает браки, вон, как я показывал. Расщепляются у бандосов. Вот зад, и выскакивает тройник, все. Воблер на выброс. Это слава богу. После такого, если выжил, значит будет жить. Фу. У меня рука еще болит, эта левая. Прямо сейчас вообще. Да, поводок все равно на выброс был. Он там вообще что-то там начудил, он, видишь, как все напутал. Вот такой он, хрыбалык. У меня нет, расщепился. А? Расщепился. Вон, видишь, петля. Его сейчас не тяни. Ну что не тянит, вода тоже все поступает. Вон. Вот он. Вот она трещина пошла, я не знаю. Там. Ну, короче, в обзоре постараюсь показать. Все. Этот воблер будет пить воду. Ну, сейчас можно половить. Ну, зачем? Чтобы вы мне этот трофей выдернуло окончательно. Вот здесь, короче, он расщепляется, и вот эта вот петля вообще выскакивает отсюда. По сути, одноразовые они. Ну, не все, конечно. У них как-то, не знаю, видно, серия идет какая-то. Так, привязываем поводок. Когда видишь самы, нам нужны поводки. Есть? Есть, есть, да? Есть. Какой? Хороший? Выдер, да, два. Так, отработал теперь белый от Герман. Второго уже приносит. Ну, без поводка не видно, где он находится.
Держишь? Белый ходок второго приносит. И ничего, жопа цела, блин. Это же Герман. Да, а те голубые, блин, все, блин, их жопа сразу. Слабый, слабый на задок. Ну, рисуют они красиво, то есть, как бы, реально. Ловят они одинаково. Что Герман, что оригинал. Только цвета у них, конечно, очень красивые сейчас. И овощистые, в принципе. Ну все, друзья мои, вот и закончилась наша вечерняя очередная рыбалка. Она проходила на реке Харабалык. Вот, ловили на глубину где-то даже 3,5, там, ну, грубо, от 3,5 до 5,5 метров где-то вот в этом диапазоне. Волга Рыбандит, оригинал и Герман. Поймали мы одного, наверное, на трешку, да, где-то так. Сомика где-то, наверное, там в районе 10 килограмм. Ну и куча съедобных дрищей, скажем так. Вот. Все, движемся в сторону дома, да. Ну, на двух там были, там, отец подсказывает. Ну, короче, утром было лучше, но без сама.